шаву атов эмеврах рацион. мои дорогие слушатели, мои дорогие те, кто присылает мне свои комментарии и кто присылает мне тот стимул продолжать цикл наших уроков. Вот и настал тот момент. Четвертого урока. Мы сегодня будем говорить о том, что скрыто от нас. Причем скрыто как? Это лежит у нас на поверхности. Но это скрыто от нашего восприятия ментального, физического. Мы, если нам человек интересен, мы запоминаем его имя, фамилию и отчество. И даже кличку собаки. Но если он нам не интересен, спрашиваем, как, как тебя зовут? Мы сегодня поработаем над нашей памятью и вспомним 12 колен Израилевых. Вспомним Якова. И вообще вспомним ту часть прожитых нашими душами. Лет. Я бы говорю, вспомним. И это правильно. В счастливые минуты. Хвалите Бога. В трудные минуты ищите Бога. В тихие минуты восхваляйте Бога. В минуты боли. Доверяйте Богу. И каждый час благословляйте Бога. Помните, что Он ищет встречи с вами ежесекундно, ежеминутно. Дорогие мои, есть только два дня в жизни человека, которого вы ничего не можете делать. И ничего не сможете сделать. Один день – это вчера, другой день – это завтра. Да? Есть только сегодня. Это самый подходящий день, чтобы действовать Любить и верить в Бога. Давайте начнем. Чтобы жить. Я сегодня хотел... Каждый из нас размышляет. В своем сознании он размышляет о многих вещах. Каждую секунду в голове человека прос... промелькивает множество мыслей. И только потом наше сознание их формирует и раскладывает по своим полкам. Помните, как матрицы. Но мы ровно те, на кого мы ориентируемся. И мы всегда там, где наши мысли. Не открою вам секрет, что наша жизнь состоит из повторяющихся действий. Мы это называем привычками. Да. Курение это привычка. Я знаю, я никого не призываю курить. Но это личное мое дело. Знаете, когда мир внутри нас шалом внутри нас то снаружи тоже шало. Казалось бы, маленькая хитрость, но она настолько праведная. Вы знаете, представьте себе на минуту, что на планете Земля вырубилась вся энергия и весь электрический свет. 20 минут. После начинается то, что мы не воспринимаем. Начинается хаос, мародерство, начинаются преступления, начинается все дозволенное. Лишь щелчок выключателя отделяет нас от безумства и образа животных, разорвать друг друга. Свет и только свет, как духовный, так и природный, дает нам возможность, подойдя к пропасти, эволюционировать. Я уже говорил это на прошлом уроке. Мы ничего не можем не отдалить, не приблизить, не уменьшить не увеличить. Это тайны за семью печатями. Да. Беспорядок, хаос и невежество. Вот это и есть тот запретный плод, который складок. Хочу вам сказать, что такое понятие, как ад, это ужасное понятие. Но дорога к нему сексуально, привлекательно и красиво. Поставьте за слом всему тому, что приводит вас в бессознательное состояние. Любая форма измененного сознания залякошер, ну кроме пурима любая форма за шер измененного сознания запомните это знаете я хочу с вами поговорить о следующем я замечал за историю своей сознательной жизни такие моменты когда человек собирается уехать погулять на море, там, ну неважно, там, в горы и так далее, отдохнуть от повседневной суеты и так далее, и так далее. И он начинает собирать свою сумку, кладет туда крем для загара, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вдруг ему попадаются на глаза таблетки от понижения давления. Как же так? Мне обязательно эти таблетки нужны. И эти таблетки, он берет себе. Вы знаете, Вселенная всегда умножит все то, на чем вы концентрируете свое внимание. Всегда. Вселенная создаст вам повышенное давление только по одной простой причине, что вы их из дома взяли и положили к себе в сумке. Вы поставили такую галочку, акцент. Вселенная, подними мне давление, когда я буду на курорте. Так она и поднимает вам давление. Не возьмите вы эти лекарства, у вас не было бы давления. Также хочу обратиться к людям, которые страстно возжелали иметь и носить в повседневной жизни с собой пистолет, не, не газовый, не травматический, а боевой, который может убить, взяв с собой оружие, положив его в карман, там или в кабуру, пройдя на улицу. Вселенная обязательно создаст для вас условия, чтобы вы этот пистолет применили. То есть она создаст вам ситуацию, при которой вы примените огнестрельное оружие. Что это? Я вам скажу, Вселенная зеркальная, она лишена чувства юмора. Она всегда умножит все, на чем вы концентрируете свое внимание. Мои дорогие, запомните одно очень важное обстоятельство. Вселенная всегда умножит и сконцентрирует внимание на ваших желаниях. Поэтому, если вы вышли с пистолетом, вы обязательно его примените и потом будете отбывать тюремный срок. Локти будете кусать. Зачем? Чтобы выглядеть э, Яковом перед Голиафом. Нет. Есть моменты, когда вам реально угрожает опасность, но для этого уже есть э, самый главный защитник у вас, Ашем, да благословенно его имя. И потом те примитивные меры, которые четко уже прописаны до, за тысячу лет до вашего рождения. Поверьте мне, что на сегодняшний день при наличии камер слежения, безопасный город и так далее, с лиц, распознаванием лиц. Сегодня угнать машину или кого-то убить, это очень большая проблема, это тяжело. Поэтому вы должны четко понимать, зачем вы выходите из дома, для чего вы выходите из дома. Из пункта А в пункт Б. Я вам посоветую, мой совет, никогда не делайте того, чего бы вы не хотели, чтобы сделали по отношению к вам, и тогда вы со вселенной будете в добре. Вы знаете, э, в одних философских трудах я читал, что в каждом из нас сидит внутренний, вот здесь вот наш внутреннее я. Оно маленькое, оно ребенок. И что происходит? Вы ненавидите человека по тем или иным причинам. Причины могут быть разные. Но вот в чем вопрос. Когда вы обнимаете его и целуете, потому что это так надо с экономической точки зрения, вы меня поняли, то ваше внутреннее я, которое ребенок и не понимает этого, оно начинает бунтовать сравни короткому замыканию 220 вольт. Оно начинает создавать вам дискомфортные ситуации, даже может дойти даже до психического ранения. Поэтому поступайте так. Не хотите с кем-то общаться? Наберите смелости, позвоните, скажите, извините, у меня мы стали несовместимы. Поэтому я не хочу Рушить то доброе, что было до этого. Пожалуйста, давай сейчас не общаться. Почему? Нет. Запомните. Никогда никому не угождайте. Кроме Создателя. Да благословенно его имя. Как я говорил, даже сходи в туалет, благодарите Бога. Я работал в медицинской отрасли, и я видел, как люди не могут справить естественную надобность, как они корчились от боли. За все его благодарите, мои хорошие. Он же не забывает вас будет по утрам. Я уже говорил это. Вы знаете, я хочу вам рассказать, и чтобы мы вместе вспомнили о царе Давиде. Как он стал царем? Давид был пастух, он пасовец, был невысокого роста. Единственное, что он в тишины и глади, где слышалось только бление, Овец, он играл на десятиструнной арфе и пел Богу то, что мы называем Тиелим. То, что у меня во дворе круглосуточно поет Тиелим. Никогда не выключается свет. Я его называю Божий портал. Знаете, что удивительно? Любой человек, когда он чист душой, что-то попросив у Создателя, там через три дня получает. И это не сказки. Это здорово. Только люди часто моют свое тело и забывают мыть душу. Да, как вы хотели. Роскошь тогда роскошь, когда лицо так же роскошно, как и внутрянка. Тогда это не роскошь, тогда это фейк, как принято сегодня называть. Это подделка. Да. Поэтому царь Давид, он играл на десятиструнной арфе то, что мы называем Тиелимом, Псалмы Давида. Господь пастырь мой, ни в чем не будет у меня нужды. Среди пышных трав ты поселишь меня, приведешь на тихие воды. Мою душу успокоишь, поведешь меня путями справедливости ради своего имени. Даже если я пойду долиной смертной тьмы, то не устрашусь зла, ибо ты со мной. Твой посох и твоя поддержка утешат меня. Ты приготовляешь передо мной стол на виду у моих врагов. Елеем умащиваешь мою голову, моя чаша полна, чтобы пребывать мне в доме Господа долгие годы. Аминь. Кей и рацион. Каждый раз, когда я повторяю эти строки, в моем организме пробуждается духовность Творца, да благословенное Его имя. Нам говорят не упоминать имя в суе. Как понять? Человек, он говорит, да Бог с ним, пусть делает. Это уже суе. Если вы сказали слово Бог, так следом скажите, да благословенное имя Твое, Господь, во веки веков и в вечности. Это уже не будет суе, это молитва. И потом не надо говорить там, Бог с ним, вы лучше замените на баран с ним, а Бог с нами. Можете латынь. Ну, не рекомендую, но лучше баран. Баран с ним, а Бог с нами. Э, никогда не говорите на здоровье. Потому что вы говорите на мое здоровье. Потом не удивляйтесь, что вы часто просужаетесь, болеете. Замените на здоровье, скажите, получите удовольствие, пусть вам это поможет. Запомните, Вселенная, она напрочь не слышит приставку ⁇ не ⁇ и ⁇ но ⁇ Я уже говорил это на прошлых уроках. Поэтому вернемся к царю Давиду. Царем он станет попозже, а пока он пастух. Во времена Давида, когда он был пастухом, у Идеев был царь. Звали его Шауль. и существовал у народа дань перед Голиафом. Я всегда говорил, каждый человек должен в себе убить своего Голиафа. Как? Я вам сейчас расскажу. Этот Голиаф обложил данью народ евреев, Столько-то верблюдов, столько-то быков. Он быка брал вот так вот, да, и съедал его там за 3-5 за минут. И настолько он был циклопом и имел один глаз. А еще он брал самую красивую девушку из народа Израилева. Да. И каждый раз, когда он это делал, снаряжали воина, который выходил с ним в поединок. Один воин не помогал, брали дюжины воинов. Дюжину воинов не помогало, брали армию. Ну вот видите, Голиаф был настолько циклопичен и э, здоровый физически, что он уничтожал всех тех, кто выходил против него в поединке. И тогда, когда царь Шауль собрал свой народ, народ естественно возмущался и говорил: "Кто-нибудь найдется, кто угомонит этого негодяя?" этого врага нашего народа Голиафа и вдруг из толпы тихим голосом сказал можно я народ начал смеяться царь Шаул говорит это кто сказал можно я подойди я тебя не вижу а Давид был невысокого роста это потом Господь сделал так чтобы он стал выше ростом ведь и духовно и физически он приподнял Давида Он говорит, я, Давид, я хочу пойти на бой с Голиафом. Он говорит, ты себя в зеркале видел? Ты после того, как покушаешь, весишь, весишь 35 килограмм. А, так, кто ты и где Голиаф? Как ты пойдешь к ним драться? Он говорит, слушайте, вам какая разница? За меня некому плакать. Я пойду и убью Голиафа. Тем самым я избавлю народ свой от тирана, который терроризирует наш народ. И народ так посмотрел на Давида и говорит, да, вид, да, вид. И царь Шауль, чтобы не родилась оппозиция, он сказал, так, снарядить его, и пусть он говорит, мне ничего не нужно. Все, что нужно, орудие убийства Голиафа у меня есть. Да, ну иди. И он пошел. Пришел в то место, где жил Голиаф. И кричит, Голиаф, помните, как в мультике? Леопольд, выходи, подлый трус. Он говорит, выходи, Голиаф. Голиаф говорит, мне послышалось или кто-то меня зовет? Да, я тебя зову на смертный бой. Он говорит, слушай, я тебя не вижу, где ты? Помаши хоть тряпочкой. И царь Давид взял красный платочек, вот так помахал. Он говорит, а, нет, нет, нет слушай, иди домой, я не буду с тобой драться, мне даже стыдно перед собой. Ты мне не ровня, ты мне не противник. Иди домой. Ну тогда царь Давид применил, мы сегодня называем это латынью, ненормативную лексику. Это разозлило Голиафа, не на шутку. Вот, иди сюда, я тебе сейчас. Вы вот знаете, раньше у охотников не было двухстволки, оружия и так далее. Как волков можно было отгонять? Только есть такая проща, куда кожух, куда кладется камень. И... Мы можем... Что такое проща? Это примитивная рогатка. Но рогатка должна иметь... Ви, натянул и стрельнул. Да? Этого не было у Давида. Он сделал прощу. Это веревка, кожух и камень который весил очень много. И Давид его раскручивая, раскручивая, попадал с такой точностью, что волку между глаз или тигру. Тем самым он спасал свое стадо. И вы знаете, что эта проща послужила орудием для Давида в противоборстве с Голиафом. Голиаф уже начал с семимильными шагами подходить к Давиду, Давид все рассчитал с математической точностью, разкрутил прощу и так метнул. Попал ему в глаз. Глаз Голиафа был выбит. Началось кровотечение. От потери крови Голиаф упал без сознания. И слава Богу, он умер. Давид, отрезав его голову, ну, естественно, он не мог его голову взять в руки и принести. Там послужила какая-то тачка. Там. Он принес это. Народ Израилева, народ Израилева обалдел, и все начали кричать: "Давид, Давид, Давид". Да. Давид избавил народ Израилева от Голиафа. Но вот в чем деталь. Шауль царь. Понял? Именно в этом моменте родилась оппозиция. И он понял, что Давид стал популярнее, чем царь Шауль. Шауль уже за то, чтобы этот Голиаф и жил, и существовал бы. Только он правил бы. И знаете что? Шауль предпринял массу. Пересчитать по пальцам не хватит, сколько он создавал ситуации, где бы Давида убили. У, Шауля был, у царя Шауля был один из сыновей, который симпатизировал Давиду. И он Давида предупреждал. Вот вчера мы на совете слушали и так далее. Это можно назвать предательством, это можно назвать как угодно. Да? Не то, чтобы я одобряю это, да? но это история предупреждал Давида о том, где его ждет западня. Давид умело обходил эту западню. Не буду вас томить, вы знаете по истории древнего Израиля, что царь Давид пришел к власти. Царь Шауль бежал. Царь Давид вошел на престол народа Иудеи. Мы часто говорим, надо приехать в Иерусалим. Вот здесь я хотел бы, во-первых, не в Иерусалим, а в Иерушалаим не приехать, а подняться, потому что Иерушалаим это гора. И когда мы едем в Иерушалаим, у нас закладывают уши. Почему? Как самолет, который поднимается, у нас закладывают уши. Делаем так, чтобы освободить наши слуховые рецепторы и так далее, и так далее. Почему сегодня называется это и Иерусалим, а не Иерушалаем, как хотя бы в творческой Булгакова, мастера Маргарита, да? Ешуа, Иерушалаем, Моше и так далее и тому подобное. То, что я привел сейчас Булгакова, это только лишь в том контексте, почему мы сейчас не говорим Иерушалаем. Я очень люблю Булгакова. Кстати, мастера Маргарита, прочитав его в юности и листа его сейчас, перечитывая, совершенно два разных мира ощущения. Ты понимаешь все по-разному. Но это отдельная тема, мы поговорим о ней потом. Так вот, все главная буква ⁇ шин ⁇ Вы знаете об этом, да? Шин ⁇ главная буква. Поэтому мы говорим ⁇ Шалом Аллахем ⁇ но когда греки принесли в кириллицу букву «С» вместо «шин», «Шалам Алейхем стало «Салам алейкум», «Ярушалаем» стал Иерусалим, «Суббота», «Шаббата» стал «Шаббат», стал «Саббата», «Суббота». Да. Моше стал Моисеем, Иисус стал Ешуа, это, кстати, а булгаты Вот таким образом сегодня как буква Паразит заменила божественную букву Шин. Поскольку с этой буквы одно из имен Создателя, да благословенно его имя во веки веков вечности. Амэн Эмэд. Запомните. Это. Так вот, царь Давид забрался на гору Иерусалим и купил, ну, скажем так, 100 акров земли. Потом он видит, что это мало для его народа. И он начал локтями толкаться. Рядом купил, рядом там у фемилистян купил. кто не дал, он, он начал войну за Иерусалим. Созидательную войну. Но тем не менее, у него руки были по локоть в крови. Я к чему подвожу? Безусловно, у создателя царь Давид был любимчик. Господь безумно любил Давида. Так же, как и Авраама, так же, как и Моисея, так же, как и Моше и так далее и тому подобное. Так и Авраама Господь назвал своим другом. Считанные люди видели Создателя. Считанные люди, считанные пророки, включая раби Ишмаэля бен Илиша. Когда раби Ишмаэль бен Илиша зашел в храм, чтобы воскурить Кторет, знаете, что есть две молитвы. Одна молитва для высших и низших сил, а единственная молитва, которая для Создателя, она называется Кторат, ми ми Пас. Я говорил на прошлых уроках. И когда он зашел, чтобы воскурить Кторат, он увидел Акатриэля, Богу Господа, воин, сидящего на высоковознесенном престоле, да благослови на имя Господь Твоего во веки и вечности. Амен, аммед. И Господь сказал ему, Ишмаэль, сынок, благослови меня. И Ишмаэль бен Илиша сказал, да будет угодно тебе, чтобы твое милосердие обуздало твой гнев, и чтобы твое милосердие возобладало над всеми твоими свойствами. И поступай со своими сыновьями милостиво, и суди их со снисхождением. И Господь кивнул ему головой в знак того, что он принимает молитвы, и согласен с ним. Вы знаете, я когда произносил сейчас то, что произносил Раби Ишмайль Илиша, во мне настолько прилив духовности. Это нельзя описать никаким материальным благом. Нельзя. Наши чувства – да, мы можем все из конфетку сказать, что она сладкая, можем сказать, что не сладкая. Но Господь нам дает выбор. Да благословено Его имя во веки веков и вечности. Аминь, -э -эм -э Так вернемся к царю Давиду. Царь Давид отстроил Иерусалим, город белокаменный, настолько красивый со своими акведуками. Он с помощью создателя стал государственник. Он построил дома. Он постро... Но самое, что хотел построить Давид, это храм для создателя, на благословенное его имя во веки вековой вечности. Амин, амин. Господь не дал возможности царю Давиду построить храм. Причины я укажу сейчас. Первая причина, потому что у него руки были по локоть в крови из-за Созидательной войны, когда он отвоевывал гору, гору Иерусалим. Иерушалаим. Правильно. Иерушалаим. Правильно. И когда мы говорим Иерушалаим, в нашем сознании возникает нечто, какая-то химия. Потому что само слово Иерушалаем по гематрии и по значению слов, по значению букв имеет магическую форму. Так вот, когда царь Давид однажды вышел на террасу своего замка и увидел в соседнем доме, что несколько женщин купают одну женщину. Вы понимаете, что купаться в одежде нельзя, она была обнажена. И он по-юношески в нее влюбляется. Он подзывает своего помощника и говорит, ты видишь эту женщину? Он говорит, да. Узнай, кто она. Тот пошел, узнал, пришел, говорит, мой царь это жена начальника вашей личной охраны. Он говорит, да. А где он? Он на северных территориях отвоевывает, говорит, одно поселение, которое вы указали на карте. Он говорит, отправь за ним гонца, пусть приедет. Он мне нужен. Тот, получив приказ, прискакал, день не спал, ночь не спал, прискакал весь, говорит, мой царь, я прибыл по вашему поручению. Он говорит, хорошо. Вот, говорит, тебе пергамент скрученный с печатью. Передашь ему министру обороны, который с тобой выполняет мое поручение. На полях сражений. Он говорит, слушаюсь. А теперь, ты, говорит, можешь пойти к жене и так далее. И тому подобное. Он говорит, нет, мой царь. Я начальник вашей личной охраны и мой долг охранять ваш покой. И он стоял у двери, пока не сменился караул. Так не спав двое суток, он отдал пост, сел на коня и быстро поскакал на поля сражения. Прискакал к министру обороны и говорит, царь передал тебе депешу министр обороны разворачивает депешу, читает ее и смотрит на начальника личной охраны царя Давида. И ничего не может понять. Только с пятого раза он понял, что хотел царь. Там было написано, мой дорогой министр, приказываю тебе отправить подателя всего документа туда, откуда он живым не вернется. Урий Хетинянин так звали начальника охраны царя Давида. А жену его звали Батшева или Персавия. Давид совершает грех, посылая его на верную гибель, чтобы завладеть его женой. Тем самым Давид нарушил заповедь. Не возжелай жены ближнего своего, дома его, раба его, осла его и все, что бы не принадлежало ему. Поэтому Господь не дал возможности царю Давиду построить храм. Также Он наказал царя Давида, что первенец от Версавии родился мертвым. Вы знаете, у Давида родилось несколько сыновей, которые, может быть, знак наказания, несмотря на то, что царь Давид был любимчиком у Создателя, да благословенно его имя, во веки веков и У царя Давида было множество жен и детей. Точное число неизвестно. А вот от Версавии родилось четыре сына. Шима, Шофаф, Нафан. И только четвертый сын смог построить храм, дом для нашего с вами Господа Бога. Да благословен Господь. По веки веков, вечность Родился Хиленький полурахитный, слабенький, здоровьем сын. Его Давид и Версавия назвали Соломон. Соломон и построил храм, который был разрушен Навохудонасором 9 ава. Так вот, Давиду очень сложно было привести на престол Соломона, поскольку один из его детей поднял восстание против своего отца Давида, но был убит, был убит военачальником, министром обороны Давида Иоавом, после того, как открываясь от преследования, у него были длинные волосы, и он на лошади, эти волосы запутались в пихте. И он подвис на пихте благодаря своим длинным волосам. И военачальник Иоавом, вам убил сына, хотя Давид говорил ему, встретишь сына моего, не убивай его, это мой сын. На престол вместо Давида пришел царь Соломон. Великий царь Соломон. И сказал Господь, Соломон, два раза, Соломон, Дарую тебе власть, которая никогда ни у одного правителя более не будет. Дарую тебе часть мудрости своей, чтобы ты мог править по моему Божьему учению. Царь Соломон. начал строить храм. И он созвал всех каменщиков. Это откуда родились масоны, так называемые. И он говорит так, справа от меня станьте те, кто будет строить бесплатно дом для Бога. Да благословенное имя его веки веков вечности. А с левой стороны станьте те, кто потребует плату за это. Большая часть стала слева, меньшая часть стала справа. Вот те, кто стали слева и которые потребовали плату, за, они и есть масоны. Хорошо это или плохо, судить вам, читайте Тору. Читайте. Я вообще рекомендую, все в руках держат Тейлим. Все в руках держали или Вы знаете, э, но мало кто прочитал его от корки до корки. Вы знаете, какого удовольствия вы себя лишаете? Я никогда не декламирую того, чего не сделал сам. Я прочитал Тиелим от корки до корки. И вы знаете, я для себя открыл Америку. Не в том понимании, что это Америка, а как Христофор Колумб и Америку Веспучий. Я для себя открыл столько нового. Такой заряд бодрости вселился в мое тело. Это нельзя передать словами. Это, это можно передать ощущением. Я думаю, моего словарного запаса не хватит, чтобы описать то, что я испытал. Да. Почитайте Тейлим. От корки до корки. За один раз. Хорошо, за два или за три раза, но не более. Чтобы вы не потеряли нить между тем, что говорится в псалмах Давида. Вы откроете неисчерпаемый кладес мудрости. Квинтэссенция того, что там написано, это мудрость Божия. Вы знаете, я... Как-то у меня ложится на пример, ведь мы все хорошо воспринимаем в виде образного примера да, ситуацию. Когда по православной религии. Я хочу сказать вам, что такое религии. Религии, вы помните, раньше были две копейки, ставили, там, ну, это люди моего. Возраста, может, чуть помоложе. Все. Но все помнят такие телефонные будки, которые разбросаны были по всему городу. Да? Две копеечки вставляешь и набираешь городской. Раньше не было э, мобильных телефонов, э, поэтому э, люди звонили с так называемых телефонов будок. Сейчас называют это таксофоны. Почему не телефоны, я не знаю, таксофоны. Потому что, наверное, такса платить надо. Так вот, религии. Это таксофоны по городу, которые звонят одному и тому же оператору Господу Богу, да благословенное Его имя, во веки веков вечности. Амен и Если я применяю в свои уроки э, из разных религий, апостолов и так далее, и тому подобное, это никого не возвышает и никого не унижает. Я просто хочу передать характер, посыла того, что было сказано. Например, так апостол Павел. Вы знаете, кто такой апостол Павел, не буду углубляться в эту тему. Он вышел окровавленный, избитый камнями с родной деревни. Да, ему не поверили. И знаете, что он сказал? Он сказал фразу, которая стала притчей во языцах. И современно, и актуально по сегодняшний день. Он сказал, нет пророков в родном Отечестве. Ведь мы с вами готовы признать великим кого угодно, там Дженнифер Лопес, там я еще не знаю, чем там, Элтона Джона, там, или еще кого-то, только не своего соседа, который живет через забор от тебя. Потому что вы видите его каждый день, и он перестает вас замыливается взгляд как нравственный, так моральный, так физический, так и. Да-да, я не оговорился. И мы говорим, он из Америки приехал. этот. Это. о, там, что ты, Голливуд. О, о Стивен Сигал. О, Джеймс. Обратите внимание на своего соседа. Поверьте мне, он гораздо круче, чем те, кто, которых выше были перечислены. Мы же не хотим замечать. Достоинства у своих близких. Мы ищем у них только пороки. Отсюда рождаются сплетни. Да, вы думаете, про меня мало сплетень ходит? Ой. Я положительно отношусь к этим сплетням. Я-то знаю, кто я. А мнение и суждение людей, которые желаемые выдают за действительность, они. Мне их жалко. Жалко, знаете почему? Потому что когда они говорят и злословят против ближнего своего, а все мы на этой земле родственники, хотя и в разных номинациях, запомните, то когда человек сплетничает, он укорачивает годы своей жизни. Да, и он не знает, на 10 лет, на 30 лет, на 40 лет ли он укаратил своей жизнь. Поэтому, мои дорогие, прежде чем сплетничать, подумайте, что Господь минусует сразу, помните счеты бухгалтерские, может 10 лет минусовать в своей жизни, может 20, а может 40, а может мгновенно. И потом придите в состояние своей мудрости и подумайте, а стоит ли вам сплетничать. Кстати, тот, кто слушает сплетни, стоит на ступеньку ниже, чем сам сплетник, тоже запомните это. Ибо, как говорил мудрый царь Соломон, не верьте своим ушам, пока не увидели ваши это глаза, запомните это. Царь Соломон действительно обладал великой мудростью. Ему принадлежит, ну, за кольцо вы все знаете, да, когда он все пройдет, пройдет и это, да. Однажды он был в часах сильного отчаяния. Он метнул это кольцо, кольцо ударилось об скалу, вернулось к ним, повернулось, повернулось, повернулось. И именно той надписью и это пройдет. Когда царю Соломону говорили, что царь, нам плохо, знаете, что он говорил? Он говорил, так будет не всегда, мои дорогие. Если кому-то плохо и кто-то переживает там, моральный или духовный конфликт, хочу вам привести слова царя Соломона. Так будет не всегда. Все имеет свое начало, все имеет свой конец. Мы ничего не можем отдалить или приблизить, мы ничего не можем отнять или прибавить. Помнить что тайна за семью печатями – это мироздание. Меня часто спрашивают, зачем я ношу вот эту ниточку. Здесь на ниточке знак бесконечности. И вы знаете, что бесконечность для меня ассоциируется с Создателем, да благословенное его имя, во веки веков вечности, амен и мед. В завершение урока хочу вам вот эта моя книга. Философия успеха или как поймать золотую рыбку. Она есть, существует физически. Она вся в знаках бесконечности. Здесь есть кое-какие рисунки. Я обложку, я... Я вообще последняя буква в алфавите, э, саму обложку, треугольник, не, это не треугольник Маслоу, о котором мы знаем, да, ну, тот, кто образован, знает, что такое треугольник Маслоу. Это для меня это был, вот понимаете, как я говорил о телефонных будках, которые звонят религии, да, которые звонят одному и тому же оператору. Так и вот этот треугольник ассоциируется у меня, что Господь на самой вершине, а пути к нему на эту гору могут быть разные. Что я хотел показать вам или привести пример в этой книге. Вы извините, я сам писал эту книгу, поэтому я могу наизусть ее знаю, но все равно я буду читать. Вы знаете, что вещь-символ намного важнее, чем сам символ. Повторю, вещь-символ намного важнее, чем сам символ. И вот вам пример. И вот вам пример вещественно-символический совет. В понедельник вы пришли на работу, открыли свой ежедневник, и для начала дайте название будущей рабочей недели. Ну, скажем так, неделя исполнения моих желаний. Почему нет? И начните заполнять. Вот так. Некоторые говорят, понедельник сложный день. Да плюньте ему в лицо. Это для него пусть будет сложный. Для вас он счастливый день. Я так и написал. Понедельник счастливый день. Почему нет? Что? Мы сами создаем преграды преодолеваем их, прикладывая титаническое усилие, а потом думаем, откуда у нас силы преодолевать эти преграды. Так и не создавайте их. Вторник. Счастливый день плюс решение вопроса, которого я так долго ждал. На иврите. За памань китов находим, за беседер, считаем беседер. Два раза Господь в этот день сказал хорошо, вторник. Среда, Денежный день Сейчас я объясню вам, что вы, если повторите то, что я делаю, что это не какая-то нейропрограммирование там это не-не-не это, это другое четверг день хороших новостей независимо от дождика причем здесь дождик ну я вырос в СССР и он, наверное, говорит, после дождика в четверг здесь я говорю независимо от дождика день хороших новостей Пятница ⁇ день встречи с друзьями, шаббата после работы. Или просто день встречи с друзьями после работы. Суббота ⁇ шаббат. Я назвал ее, не привязываясь к религиозным аспектам мысли человека, я назвал суббота день хороших знакомств. Почему нет? Воскресенье – день чудесного отдыха в кругу семьи. Лама ла, почему нет? И так далее, и так далее, и так далее. Здесь у меня вот глобусы мира люди, которые прочитали эту книгу, написали мне массу благословений. Для них она настольная. Как я говорил уже, что я прочитал «Мастера и Маргарита», может, не совсем удачно для примера произведения. Допустим, там 17 лет, и... То, что я прочитал в 40 лет и то, что я читаю мастеру Маргарита сегодня, совершенно разные миры ощущения, абсолютно разные. Да. Я сегодня не хочу заканчивать наш урок притчами. Я думаю, что надо иметь терпение, чтобы дослушать урок до конца. Я буду делать между уроками определенные вставки. Но, мои дорогие, учитель всегда появится, когда ученик готов. Тот духовный дефицит, благодаря нашим урокам, который вы восполняете, есть бесценный дар Создателя. Сам по себе я ничего не значу. Только в союзе с Создателем, да благословенное его имя, во веки веков в вечности, амен и вечности, я что-то могу из себя представлять. То же самое и вы. Я допускаю, что в мире есть еще люди, которые не уверовали в создателя. Я обращаюсь к ним. Люди. Вы не продукт хаоса. Вы не произошли от обезьяны. Чего же она сейчас не превращается в человека вы произошли от создателя это ровно так же как не любить своего отца и мать это большой грех придите к создателю он ждет встречи с вами Спасибо большое храни всех Бог по традиции я благословляю, всех тех, кто смотрит этот урок, всех тех, кто дошел до конца этого урока. Да будет благословенна ваша жизнь, и пусть ваши результаты превзойдут в ваши ожидания, как говорит моя сестра Сабина. Сабиночка, я тебя люблю. И Мариночку люблю. И всех... Я люблю всех тех, кто на моей орбите кто у меня в сердце. И свою карамельку, младшую дочку Илиночку, я просто обожаю. Мои дорогие, я забыл сказать, что для меня существует двое, которых я люблю и боюсь. Это Создатель и Гнев Мамы. Для каждого еврея мама это святыня. Закончу свой урок стихами, которые написал я. В интернете много говорят, что Ирас Матаев читает стихи Амара Хаяма. Вы знаете, я готов поклясться на Торе, что это не стихи Хаяма. Мои стихи закодированы. Истинный смысл значение этих слов могу прокомментировать только я, потому что я их писал. Но мне приятно, что многие люди в интернете читают мои стихи и так проникновенно, не зная смысл того, что я там закодировал. Ну, ничего, ладно. Я хочу сказать о маме. Я боюсь двух обстоятельств и двух вещей в жизни. Это гнева Создателя и гнева Мамы. В завершение урока я, имею честь прочитать четверостишие стихов, которые посетил у меня от Создателя. Спросил у священника, отец, расскажи, где рай на земле? Путь туда укажи. Как съездить туда? Ориентиры мне дай. Ответил священник. Путь, сын, сам выбирай. У ног твоей матери раскинулся рай. Спасибо, мои дорогие. Как говорят офицеры, честь имею.